Мне бы хотелось спросить, когда мы поддерживаем эту нить, которая связана с этой, вдруг в тексте есть отрицательные формы, как с этим работать? Тоже как и с положительными. А какая разница? С положительными проще, а отрицательные, что с ними делать? Я читаю про разный характер взаимоотношений и связей. Как у тебя может быть одно без другого? Если у тебя есть целые главы, которые говорят о клипот, о лилит. Так что, чтобы это раскрылось в нем? Конечно, должно раскрыться. Конечно же, это раскрылось. Откуда они написали это? Так что, просить, чтобы вот это раскрылось? Лилит или Аман, или кто там еще? Ну, фараон. Это святые слова, это же имена Творца. Только ты раскрываешь их через обратную, изнаночную сторону. Это все только келим, чтобы продвигаться. Поднимают в святости, не опускают. Тора всегда так. Раскрывает себе левая сила левой линии по отношению к правой. А как иначе-то? Боишься? Нет, нет, не в этом, не вопрос, не в страхе. Это проще и легче просить для товарищей положительных вещей? Нет, наоборот, и они как раз тебя возбуждают. Как можно без левой линии? Ну, это нормально, не бойся. Скоро ты поженишься, и все будет нормально.